легким росчерком пера. Будь со мной и посылай к обеду впрок. Мне вино, когда плетю из слов и строк полотно. Воет двор-терьер до утра, а тут свобода и барьер. Вся игра, жизнь у собаки может быть нелегка, пойду и дам ему попить молока. На пути, я знаю, точно не беда. Их пройти взять ты не можешь у меня. Выходной и ночью, и средь бела дня ты со мной. Прекрасное выступление. У нас сегодня в гостях музыканты группы «Бег Тайм» Роман Бекулов, Рамиль Джадгиров и Александр Тараненко. И сразу первый вопрос хочется спросить. Мы знаем, что вы приехали с рок-фестиваля с Екатеринбурга буквально, ну, не так давно, да, недавно, 13 января проходил фестиваль, и вот хотелось бы узнать, очень многие молодые коллективы, в том числе рок-коллективы, жалуются на проведение таких фестивалей в России. Вот как у вас, как у мастеровитых уже музыкантов, впечатление сложилось? Ну, мы как не совсем молодые, мы не жалуемся, мы радуемся. Приглашают, помнят. Не, ну хотя, когда нас встречали в Екатеринбурге, сразу спросили: о, вы молодые? И так раз. Нет, все хорошо, на самом деле, рок-фестиваль есть рок-фестиваль. Других посмотреть, себя показать. Очень хорошие молодые коллективы порадовали. Легенды, можно сказать, да, русского рока. Такое счастье. Кого видели из легенд, да? Ой, видели всех, кто там был. Перечислять очень долго, но вот так лицом к лицу, вот как мы с вами стоим. Самые запомнившиеся легенды рока, кто был для вас? Ну, мне близко просто, например, Настя Полева, да. Ну, мне Шахрин, допустим. Да. В общем, впечатлений очень много хороших, да, и в частности... Ну и продолжая вопрос Олеси, уровень организации, подготовки, проведения фестиваля. Задолго ли пригласили, как встретили и насколько комфортно было выступать? Мы проходили очень долгий отборочный тур, поскольку у нас отобрали из 200 команд, вот мы прошли. А потом, ну, все-таки фестиваль был приурочен к 30-летию Свердловского, легендарного Свердловского рок-клуба. Конечно, уровень фестиваля был... Ну, хороший звук, хороший свет, хорошие площадки. Как публика? Публика очень активно реагировала, плясала. Да не стесняйся, все было шикарно. Восторг, который мы не можем изложить словами. Мы получали кайф от публики, да, а публика получала, как оказывается, кайф от нас. Та самая квинтэссенция, которой и стараются, стремятся достичь многие музыканты. Где публика, вы наверняка уже успели поездить по нашей необъятной, где публика
интереснее, живее, более активное? Везде, говорят, живым-то все хорошо, но приятнее, конечно, выступать дома. Кстати, у нас вот сегодня, 29-го, в пятницу, в 21.00 в культовом баре концерт, поэтому все, кто хочет послушать, зарядиться позитивом, вот. Завтра в пятницу, да. Завтра в пятницу. Завтра в пятницу. У музыкантов, да, бывает такое, что... Сбивается ритм. Да, мы не будем раскрывать пока всех секретов. Насколько мы знаем, вы исполняете исключительно авторскую музыку. Много уже своих альбомов? Альбомов, как с коллективом, ни одного. Когда-то очень давно, по человеческим меркам, я начал писать песни, писал, записал даже более того, что-то 7 или 8 альбомов. Вот, а потом... Получилось так, что мы нашлись вот с этими талантливыми, замечательными людьми и решили, а почему бы не спеть эти песни в новом качестве. И мы выбираем, тыкаем пальцем во множество каких-то уже готовых вещей и делаем из них новые. Варим новый суп. Какого стиля вы придерживаетесь? Есть ли какое-то определенное для него название или то, что нравится, то, что ложится на душу, на струны? Нет, Рамиль, наверное. Абсолютно никакого стиля. Дело в том, что все в коллективе профессиональные музыканты, кроме солиста. Ну вот так получилось. Стиль разнообразный. Это и фанк, это и ска. Фолк, регги. Ну и, конечно, рок-н-ролл. Полонез того самого Агинского? Нет. Не только Агинский писал полонезы, я тоже в свое время написал полонез, его мы играем. Полонез Бекулова. Да, полонез Бекулова. Спросите зрителям, кто написал полонез Бекулова. Да. Угадайте из трех наших гостей. Ребят, большое спасибо за отличное интервью и за прекрасную музыку этим утром. У нас в гостях были музыканты группы Back Time. Что зрелище нам показали, не хватает только хлеба. Видео, которое набирает популярность в интернете, было снято в Икрянинском районе Астраханской области. Прямо сейчас увидим, как пекут знаменитый икрянинский хлеб.